Ну, еще одна версия намотки зигзагообразной версии. Вот такие магнитики. Вот такая намотка по вот этой схеме. Вот так она мотается, в прошлом кино показывал, как подсоединять будем вот такими вариантами. Комбинированная. Вот это вот, значит, у нас треугольник есть, и здесь, да. Тут они комбинированные. Вот, а это вот другая обмотка, это посмотрим потом. Ну вот сейчас 7 вольт задаем. Мало мотора, у которых вот эти BLDC бесщеточные работают на 7 вольт, на малых вольтах. Обычно они 12, 24 и больше. Но я больше не могу, потому что сильно быстро крутится. Ну вот задаем осцилляцию ему и небольшой толчок. Вот он запел, выходит на обороты. Вот видно по нагрузке. Очень большие обороты. И это только 7 вольт. Если задам 12, это все разлетится на части. Вот, это подключение было по звезде, также работает и по треугольнику. Но когда я подключаю это совместное, вот это вот вращение, то особой разницы я не вижу, как по обмотке славянки. Ну, есть такое изменение небольшое, может быть, на мощность влияет, но мощность померить я не получается мне. А по оборотам то же самое все. То есть особой разницы я тут не увидел. Ну, можно по-разному еще подключать. Посмотрим вот это сейчас. Вот, ну теперь та же обмотка, но она намотана двойным проводом, вот это. Вот, тут как бы двойным я показал, двойным. Не одинарным, а двойным, может тройным и четверным. А подсоединение не комбинированное, вот это звезда и треугольник, а вот такая как последовательная. То есть треугольник первый, но он на себя не замыкается, идет на второй треугольник. Вот, получается последовательно два треугольника, как по Тесле, конец, начало в конец. Те же самые 7 вольт. Небольшой толчок. Вот он пошел в разгон. Ток растет вдвое больше. Я вынужден ограничивать. Вот где-то на 5 вольт, на 6 вольт. Добьемся, чтобы 0,3 было. Вот так, как на том. На предварительном этом. Вот. То есть получилось, что эта обмотка дает нам почти вдвое больше оборотов. То есть при тех же 0,3 ампера, но уже меньше вольт, обороты те же самые. То есть обмотка получилась как бы повышенной мощности. Но оно и правильно, там же с двойным проводом. Ну, такое просто, такое небольшое. Update.
Спасибо за внимание.